Аннихасео, всем привет, с вами снова Костя. Сегодня я опять решил взять свою камеру. Я пока не знаю, куда поеду. Точнее, я знаю, но я не знаю, что там будет. Но надеюсь, нам будет интересно. Я ни разу не видел, как кто-нибудь прыгал через турники. Это лифт, который спускается прямо к станции метро. Ну, это сделано специально для людей-инвалидов, для беременных женщин, для пассажиров с детьми. Но, в принципе, этим пользуются все, кому не лень. Хоть это не очень правильно, я считаю. Я уже начал немножко есть. Собеньки кофе. Ночной Сеул. Джамшир. Мы находимся на Джамшире. Пойдем в кофе Гуру Нару. В Корее очень много кофешопов. В принципе, можете выбирать любой, потому что они все очень вкусные. Мы решили взять смузи. Смузи. Йогурт смузи. Блюберри смузи. И блюберри смузи. Я решил себе купить телефон. Корея очень необычная система. Я сегодня ничего не заплатил, когда покупал этот телефон. Просто каждый месяц у меня будут снимать какие-то деньги. Первые 3 месяца будут снимать по $80, а потом просто тарифный план будет у меня и будут снимать где-то по $30 в месяц. Соответственно, в течение 2 лет этот контракт у меня будет, и после 2 лет я смогу продать этот телефон и купить другой. То есть я должен использовать этот телефон в течение 2 лет, но если вдруг я захочу его поменять, мне нужно будет просто заплатить остаток средств. Ну, плюс какой-то определенный штраф. В принципе, я не так часто меняю телефоны, так что очень выгодно, мне кажется.물 먹이고
공용한 시간 모두 어디로 흘러가는 건지 기다림은 방 안 구석 잊혀진 화초처럼 조금씩 시들어 고개 숙여가고 너를 보고 싶어서 почти дома. Извините, что сегодня так мало снял. В следующий раз будет интереснее, надеюсь. Смотрите, что приготовила мне сестра. Это невероятно вкусно. Спасибо большое моей сестре за такой вкусный ужин. Сейчас я начну монтировать это видео, чтобы побыстрее вам его показать. А вы пока напишите в комментариях, как вам такой формат видео, нравится или не нравится. Ну, если нравится, и он вам по душе, нажмите палец вверх. Также подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Ну, и оставляйте ваши комментарии. Все. Всего доброго. Спасибо большое. Увидимся в следующем видео. Пока. Аня, всем доброе утро. Извините меня за мою прическу. Я только что проснулся, поэтому не успел уложиться. Просто хотел сказать, что самой частой просьбой у нас в комментариях является то, чтобы мы вышли на улицу, поснимали нашу жизнь,